Выбрать вкусную, сочную и выращенную без всякой химии клубнику несложно. Важно знать всего 5 основных секретов выбора этой ягоды. Хорошая спелая клубника должна быть ярко-красного цвета. Темный цвет ягоды, скорее всего, говорит либо о наличии нитратов, либо о том, что ягода начала портиться. Особое внимание следует обратить на хвостик. Листики на нем должны быть зелеными и мясистыми. Это означает, что клубнику недавно сорвали с грядки. Семечки на ягоде также имеют значение. Если они выпуклые, то она, скорее всего, недозрела. А вот если находится в некотором углублении, то ягода максимально спелая. Не стесняйтесь ягоду перед покупкой понюхать. У спелой клубники должен быть сильный клубничный аромат, который будет чувствоваться уже при приближении к прилавку. И самое важное, вопреки распространенному мнению, чем крупнее клубника, тем она слаще, на деле оказывается неверным. Мелкие сорта клубники более насыщены ценными веществами и поэтому слаще. И несмотря на то, что заморские сорта выглядят аппетитнее, предпочтение лучше отдавать местной ягоде. У меня есть ремонтантная, которая несколько раз плодоносит за лето, и есть, которая один раз плодоносит. Уход прост, больше любви, пропалываем, рыхлим, поливаем. Что же касается полезных свойств клубники, то благодаря содержанию в ней витаминов, фолиевой кислоты, клетчатки, каротина, пектина, железа, кальция, фосфора и марганца, она оказывает мощное оздоровительное влияние на организм. И, кстати, в замороженной клубнике сохраняются почти все витамины, а вот в варенье их почти нет. Выбирайте самую вкусную клубнику и будьте здоровы. Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.